Прямо з нами, з нараз, Валентина Ткаченко, голова обласного благодійного фонду «Доброта і довіра». Доброго ранку, Валентина. Доброго ранку. Дякую, що прийшли, дякую, що завітали. Ми знаємо, що у вас особлива діяльність, я вже не перше з вами стикаюся, і хотілося б почути трохи про ваш фонд. Саме чим ви займаєтесь і чим ви відрізняєтесь від всіх цих благодійних як фондів? Як виникла ідея взагалі? Да. Но мы имеем немножечко непростое направление, то есть мы не собираем деньги, мы не занимаемся реабилитациями, операциями детей, это есть целенаправленные фонды. Мы решили для себя сделать направление, это культурное воспитание детей. Потому что я считаю, что это немалую часть играет роль в жизни и воспитании, потому что, в принципе, с маленького как начнешь, так и вырастет ребенок. То есть дети должны быть чем-то заняты, особенно многодетные, допустим, где, допустим, 4-5, да, и даже больше человек в семье. То есть мама не сможет финансово где-то отдать их на профессиональные, да, там танцы, вокал или куда-нибудь еще, обшивать, вывозить на конкурсы, на турниры, это развитие. Также есть определенные особенные дети, мы их, инвалидов, мы их называем особенные. С ними нужно индивидуально заниматься, да, и они тоже как бы хотят чувствовать, чтобы они были в коллективе, они тоже хотят себя реализовывать, пока, потому что это тоже дети. У нас очень много есть переселенцев, все знают, да, что так получилось, что в Николаеве находятся и приезжают еще тоже, и тоже приезжают семьи с детьми разного возраста. То есть это соцнезащищенная категория. И мы решили вот выбрать, мы единственная область, которая занимается культурным воспитанием. 70% это хореография, 30% это вокал. Дети занимаются от 3 лет. И в категории 3-5 лет они уже не просто занимаются, они уже выступают. И в этом году мы уже их выводили на конкурсы всеукраинского международного уровня, где мы все, слава богу, в этом году занимали вторые места во всех категориях, какие бы мы ни выставляли. Завжди перемоги, завжди, Я для мене другий місяць – теж перемога. Я вважаю, що просто це дуже великий труд працювати з маленькими дітьми. А діти, які соцнезащищені, вони немножечко закриті, закомплексовані, тому що на них мало обращати увагу. Ось ми бачимо фотографії виступів ваших дітей. Непогано, так? Це, напевно, теж якісь конкурси відбувалися. Це концерти. Ми дуже багато робимо своїх благотворительних концертів, де повністю концерт це тільки з наших номерів. І де повністю виступають наші діти. Обшиваємо їх на рівні, і кожен тематичний якийсь номер, он соответствует уровню... Да, видно, что у всех подобранные костюмы. Да, это шоу, это маленькое шоу, и дети должны себя чувствовать маленькими звездочками, то есть полноценно, становясь на один уровень с профессиональными коллективами, они не должны понимать, что они хуже, не дай бог. Они должны верить, что от них осталось только хорошо выступить. То есть вот замечательная музыка, хорошо проработанная работа хореографа, и, конечно же, шикарные костюмы, которых они себя чувствуют, вот, знаете, когда одеваешь что-то такое, и ты уже хочешь что-то преподнести. Скажите, а как проходят репетиции всего этого? Наверняка случаются и курьезы какие-то. Вы знаете, это как бы полноценно я не могу сказать, потому что я вижу только работу, как и многие родители на сцене. Потому что у нас работают тренера. Есть это младший тренер, средний тренер, да, с которым работают с маленькими детьми, старшие, есть, которые работают с инвалидами, более... Это распределено по квалификации. Поэтому я считаю, что каждый должен выполнять правильно свою работу. То есть у кого-то есть подход более с такими детками, у кого-то это. Но тренера не жалуются. То есть они наоборот говорят, давайте новый номер, давайте номер. То есть дети хотят развития. Им не интересно один номер, да, в год работать. То есть в среднем мы на каждую группу ставим от 4 до 5 номеров в год. То есть это практически 2-3 месяца танец, 2-3 месяца танец. И, конечно же, в конце года на отчетном концерте, когда все у нас бывает, у нас всегда полный зал. Мы же последний раз мы делали в Доме творчества на Адмиральской. Там наполняемость зала 552 человека, пришло 700 человек. Люди стояли сбоку. То есть у нас настолько был забит зал, люди приходят, смотрят наши концерты, что у нас детки поют, у нас детки танцуют. В конце, конечно, все получили сладости, потому что мы не можем об этом. Что ребенок, увидев то есть концертную программу, получив это все, он все равно должен в конце что-то получить еще сладенькое. Это как бы атрибутика, которая закрывает это все, то есть, это должно, да, это должно быть, то есть, так вот. И ваши тренеры, учители, они тоже работают на благодійних засадах, правильно да, понял? Да. Все бесплатно. Да, все, то есть, я им очень благодарна, потому что они полностью, то есть, отдаются, вот, у них, правда, частичная занятость получается, в зависимости от времени, потому что, к сожалению, у нас арендуемое помещение, нам выдали его в аренду только по часовым. Поэтому мы работаем в те часы, которые нам выделяется помещение. Но, слава богу, нам разрешили зал переоборудовать под себя. Мы находимся при 34-й школе, это маленький спортзал у них был. Но вот уже за это время, что мы там уже находимся, мы полностью практически оборудовали в танцзал. Да, мы немножко подвинули спортзал. То есть у нас профессионально пошитые шторы, у нас танцевальный линолеум, у нас станок, кстати, у нас зеркала на стенах. С нами сейчас работают художники,
с Института культуры девочки, они расписывают нам стену. То есть мы полноценно, то есть детям создаем те все благоприятные условия, чтобы ребенок мог прийти, ему захотелось работать. И плюс, выходя на сцену и видя вот те группы, которые уже есть, да, костякового плана, они вот на них смотрят и они тянутся, потому что они хотят выступать как те, а своих выводя на большие конкурсы, мы показываем, как работают профессиональные коллективы, чтобы они понимали, что к чему нужно стремиться. То есть то, что они умеют, это, конечно, хорошо, это большой плюс, потому что требуя таких детей этого уровня, это уже хорошо. Но они должны понимать, что они должны стремиться к большему, потому что они могут больше. Таня, взагалі, щоб зібрати команду якусь працюючу таку продуктивну, тут важка праця повинна бути. Тут... Так, важка і колективна. Так, як ви збирали цих людей? Я от ще знаю, що у вас є определенна програма для діток, при которой каждый взрослый при желании может почувствовать себя волшебником. Расскажите, пожалуйста, Аня. Это у нас акция. Мы ее начали еще 3 года назад, когда еще, скажем, фонд только-только раскрывался, на фонде было только 8 человек детей, да, и у нас была команда всего лишь из 2 человек. Я как руководитель организатора, муж, мы до старших хореографов, то есть как бы все. Ну, на сегодняшний момент, то есть, команда не сильно расширилась, но работа из 4 человек всего лишь. Мы создаем масштабные акции, которые выходят на уровне достаточно высокого. И я довольна, что мы смогли так хорошо сгруппироваться и понимать друг друга, что команда налаженно работает. Я благодарна тем, кто с нами есть в команде моей и поза команды, потому что у нас существуют некоторые акции, которые мы пытаемся привлечь людей, но не с помощью денег, а с помощью принятия участия. И дети, люди откликаются лишь только потому, что они проникаются, потому что они что-то делают сами, и потом уже каждый год ждут тех либо иных акций, чтобы обратно принять участие. То есть я благодарна, что мы с помощью этого объединяем детей, объединяем людей, и в том году мы не просто объединили людей, мы объединили 12 городов и даже 3 страны. Была Англия, была Германия у нас, была Италия, то есть, как бы, которая проработала с нами. То есть это очень хорошо, что люди между собой знакомятся, и вот совместно мы делаем одно большое дело, это дело для детей. Тобто суть акції – дитина пише лист, правильно? Да, ми кожен рік к Новому году робимо смысл. Тобто, в принципі, ну, какой, любой, в принципі, фонд, любые депутати, да, виїжджають на Новий год какой-то там інтернат или там реабілітаційний центр, привозить какие-то сладости, какие-то там игрушечки или подарки, ну, как бы вот сделать как бы отметку, что он посетил, да, что-то сделал. Наша суть была в том, чтобы донести это до людей и чтобы человек это сделал для ребенка, а не я сделала это. То есть я только играю посредническую роль непосредственно, но мне нравится это делать, знаете, как сваха какая-то в этом плане. Я тоже... Вы к нам вот пришли с таким большим количеством писем. Это еще небольшое, потому что это только первый этап. Каждый год мы работаем с Антоновской школой-интернат. Это детки-сироты, либо лишены родительские, которые были прав. Дети от 5 лет и до 18 там. Их там получается 165 человек, то есть достаточно, ну, прилично, да, вы понимаете. То есть это, и, к сожалению, каждый год это прибавляются дети. Но, с одной стороны, для меня это хорошо, у меня есть возможность еще больше дарить детям подарок, но, с другой стороны, мне очень жалко, что в связи с тяжелым положением проходит то, что все-таки дети попадают в интернаты. Но давайте о хорошем, как бы говорится. Смысл в том, что детки все пишут нам подарки, письма, но пишут не так под надзором, да, как говорится, воспитатель, они сами пишут отдельно. Вот. То есть нету такого, чтобы стоял учитель и смотрел, что он там написал. Все письма запечатываются, чтобы их не вскрыли, когда они дойдут до нас. И все, что ребенок бы там, как бы он мне это не написал, хорошее, плохое, там пожелания любые, то есть как бы это его личное, и я считаю это правильно. То есть он открыто пишет, он верит в нас, мы эти письма получаем, фотографируем, делаем общую группу фотоальбома и выкладываем в нет, Facebook, контакты. И внизу прилагается еще полный список обработанный, чтобы, допустим, человек увидел письмо, он его прочитал, но внизу нашел ребенка, да, допустим, где просто напротив еще пишется подарок. И он там пишет всегда, обычно в личку пишется, либо созваниваемся, либо под письмом пишет, что типа там я бы хотел приобрести подарок этому ребенку. Напротив всегда пишу бронь, то есть понятно, что это уже ребенка мне забрали. И вот человека есть месяц, да, чтобы там походить по магазинам, найти там цвет, размер, с финансовым положением, то есть как бы определиться, что вот по этому подарку, как он бы его преподнес. То есть полноценно подготовиться именно. Да, вот, он прочувствует это для ребенка, он его полностью прочитал это письмо. Ребенок, очень часто дети не сразу пишут о подарок, они пишут, что они хотели бы мира, они бы хотели бы, конечно, родителей, они бы хотели, чтобы их не родители вернулись, там ноги, чтобы там перестали пить, или там, чтобы мама перестала болеть, потому что бывает, что мамы очень больные, по полгода лежат в больнице, а детей отсылают, ну, в интернаты, не только там на праздники, там 2-3 раза в год приходят, да. Есть...
на опекунстве, где, допустим, мама, папа умерли, только бабушка, к сожалению, она не может, да, и там их, допустим, было двое или трое, то они, конечно, в интернате, и только там обратно же на какие-то праздники не могут вернуться, то есть, как бы, ну, к родным. То есть, есть разные вещи, которые без родителей. Но первоначально это полстраницы, это пишется, они рассказывают о себе. Они рассказывают, как они себя вели. Но они пишут, что да, я себя вел очень плохо, но я постараюсь справиться, можно мне подарок? Я думаю, мы можем почитать, позвольте, почитать. Але я еще хочу наголосить, что все эти листы, вони будуть в інтернеті, правильно? Да, да. І можна обрати. Вони вже сфотографіровані, з завтрашнього дня вони вже з'явиться в інтернеті. Мені подобається цей гарний. Тільки, не знаю, я можу хвилюватись таке читати. Так. Ну, давай, виразно. Так, я Відінєєва Світлана, яка навчається у другому класі. Я дуже спокійна людина і добре навчаюсь. Хочу привітати тебе з новорічними святами, побажати тобі всього найкращого. Дуже хочу, щоб мені на День Святого Миколая мені подарували м'яча і насос, щоб накачувати його. І ще я полюбляю цукерки. До побачення. Вот такие простые песни. Дети, они такие искренние, на самом деле. То есть им не нужно планшеты в гаджетах, да. Понимаете? То есть они хотят элементарные вещи. Вот так, что размалеванные, хочу показать окремо. Ось. Цікаво, дуже гарно. М'ячий насос, який можна накачувати. Всього лише. Да, для мене теж дуже багато, що я, коли письма перечитую, вставляю списки. Я просто удивляюсь, наскільки просто дійсно вони прості і іскренні. Їм потрібні елементарні речі. І я от сравнюю, допустим, з дітьми, да, от, які в нормальних сім'ях, то іноді я там замлюдаю, що і там мами між собою, типу, ой, там я заказала там якусь супер-пупер куклу, яка там стоїть там по 400, по 500 гривень, або там якусь трансформер, або машинку на пульті управління, да, яка стоїть бешеных денег. Тут у дітей саме елементарне, которые они просят, то есть как бы, потому что как бы до них оно может новое не дойти, и нет, допустим, возможности финансирования у интерната, допустим, приобрести это для детей. Но они бы, конечно, хотели в связи с возрастом, ну, с возможностями и пожелания. То я считаю, что, в принципе, подарки не настолько дорогие, и чтобы, в принципе, с средним как бы статическим положением семейного, то есть семья могла бы взять его и приобрести этому ребенку. То есть смысл в том, чтобы все-таки люди прочли эти письма и выбрали то письмо, которое вот бы его тронуло, и приобрели бы этот подарок. В дальнейшем мы подарки где-то за неделю, за полторы группируем себя, прописываем, запечатываем. И потом люди, которые волшебники, мы их называем, мы им предлагаем частично, то есть кто, ну не всех мы выходить не можем, но с Николаевой, допустим, поехать с нами, увидеть, как мы идем, мы привозим концертную программу. Мы, конечно, заранее закупаем сладости, соки, ну и, конечно же, подарки. И даже там, где вот мы будем в некоторых частях поздравления, что мы будем делить на часть, все-таки охватить сразу 80 подарков, то есть у нас концертная программа, подарок, там концертная программа, подарок. Мы приглашаем этих волшебников, чтобы они лично вручили подарок. Мені от наостанок, поки ми ще не завершували зовсім, хочеться вам комплімент окремий зробити, тому що благодійні фонди завжди як працюють? Там вишить гроші на такий-то номер, або виходять з коробками, або збирають гроші, а ви конкретно мотивуєте людей не просто дати гроші, ви мотивуєте людей обрати подарунок. Щось самим зробити. Так, самим щось зробити. Ну, я не знаю, може бути, ми такі по натурі, може бути, у нас сім'я така, ми самі як би многодітні, у мене четверо дітей, тому я вважаю, що першу чергу дитина хоче уваги. Сергей, а я предлагаю тебе почувствовать себя немножечко волшебником и со всей нашей творческой группой «Нового дня» исполнить желание и подарить мяч с насосом. Как тебе? Мяч с насосом? Там еще цукерки. И конфеты обязательно. Це може, це може. Тож, для наших телеглядачів, ми вирішили отак от усією творчою групою «Нового дня» приєднатися до такого чарівного марафону, так би його сказати. І вас теж мотивуємо. Вам, ви теж так само можете зробити. Скажіть, як вас знайти в інтернеті? Так, для наших телеглядачів, для всіх, хто захоче приєднатися, щоб вони знали, куди йти, що робити. В соцсетях у нас є група, така називається, як наш фонд «Доброта і довір'я». Кожен день будуть списки обновлятися, залежно від того, що люди відписуються, отзваниваются, будут даваться координаты, как меня найти, либо просто можно написать в личку, то есть, как бы, понимаешь, что люди заняты, либо прозвонить. Брони держатся за 2 недели до выезда, потому что бывает так, что человек заказал бронь, но потом по какой-то причине он не мог купить, да, и не дай бог ребенок останется, как бы, без подарка. Поэтому я максимально за 2 недели до выезда собираю все подарки, чтобы человек уже принес, и я видела, что, допустим, подарок у меня есть. И если вдруг какая-то есть отказная бронь, то, конечно, мы быстренько выставляем это
пост, то есть как бы, mm-hmm. чтобы все-таки вот за две недели, ну, вот еще чтобы есть возможность, да, что-то найти. То есть это уже как бы мы научены, mm-hmm. потому что было первый год, что люди да-да-да-да-да, и потом раз, там, две-три брони, раз и вылетело, а денег уже, что сладости закупили, допустим, mm-hmm. досуги сделали, то есть еще ж пошивы костюмы, что мы тоже же готовимся каждый год перед Новым годом, то как-то получилось так, то уже эти последние годы, мы уже это уже продумали, систему, как правильно это делать. Ну, еще просто не забывайте же посылки, если другие страны, то они ну, дольше идут, и это все тоже как бы просматривается. Ну что ж, я думаю, мы свою небольшую лепту несем. А вам большое спасибо за визит. Так, дякую, що розповіли про акції. Я вважаю це дуже, дуже поважно, я знаю. Я поважаю таку працю, коли ми працюємо не просто заради грошей, заради збирання, чи ми мотивуємо. Бути кращим дитячої усмішки. Так, ми мотивуємо людей робити щось гарне. Дякую. Нагадаю, що у нас була Валентина Ткаченко, голова обласного благодійного фонду «Доброта і довіра». Вам бажаю успіхів у подальшій діяльності.